Всем привет, ребята! Сегодня я пришел прогуляться в парк Горького и прокатиться на каких-то аттракционах. Ребят, смотрите, здесь еще елку не убрали. Ребята, и первый аттракцион это будет автошкола. И куда? Сейчас мальчик остановится. Хорошо, ребята, я прокатился. Так, ребята, может пойдем на карусель обозрения? А я и не боюсь. Поднимаемся. А снега тут нету. Как нету? Полетим. Ребята, мы поднимаемся. Как тут долго подниматься. Ребят, зато мы все увидим с большой высоты. Главное не застрять. Вот, чуть-чуть приподнялись. Страшновато стало. Ой, почти наверху. Очень высоко и очень страшно. Больше сюда никогда не приду. Реально, так страшно. Стадион какой-то. Ребята, мы почти наверху. Если по бокам смотреть, то не страшно. А если не смотреть, то страшно. Ну и так, ребята, мы на самом-самом верху. Вот это маленькие все. Такие малюсенькие. Ребята, мы уже спускаемся. Что?
побежал еще на одно приключение. Идем кататься. Сложновато, но маловато. Ребят, смотрите, здесь есть магазин Zooland. Сейчас мы в него пойдем. Ребят, пойдем смотреть, здесь магазин. Здесь лесные рыбки. Здесь огромный краб. Прикольные ребята зверушки. Погуляли в парке Горького. Кому понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!